В августе этого года в Липном Бору в физкультурно-оздоровительном комплексе произошел пожар, непредвиденное событие. И департамент физической культуры, ему было поручено разобраться в этой ситуации и каким-то образом помочь. И поэтому на правительстве вчера был вынесен, подготовлен проект по выделению из резервного фонда средств на восстановление, на преодоление чрезвычайной ситуации. Губернатором наш проект был поддержан. Сумма 1 663 000 рублей была выделена. И мы являемся органом, который будет следить за исправлением этой ситуации. Я думаю, что к началу сезона ФОК будет восстановлен, и деньги Вашкинскому району были выделены.